мальчики и девочки, папы, мамы, бабушки и дедушки! Сегодня в рамках проекта членов Союза писателей России Владимир Сапрыкин и Сергей Сонин «Анапские писатели детям». Участники народного творческого объединения «Дорога добра» для детей ТОС номер 49 проводят праздничное мероприятие, посвященное началу учебного года, Дню знаний. Мы сегодня познакомим вас с творчеством замечательного поэта, прозаика и публициста Владимира Михайловича Сапрыкина. На нашем празднике вы, ребята, примете участие в викторинах и конкурсах, а самых активных ждут подарки и, конечно же, сладкий стол. В процессе праздника самые активные ребята будут получать жетоны, которые в конце праздника вы сможете обменять на подарки. Поэтому приглашаю всех на площадку, будем активно участвовать в нашем небольшом, но очень важном мероприятии. Итак, перед вами выступает ансамбль «Дорога добра». Самое синее, очень красивое, черное море. Многое знает, многое дарит, черное море. Может тихонько прилечь у ног, или шарма и хмурится. Черное море, черное море, черное море. Черное море, черное море, черное море. Самое дружное, самое нужное, черное море. Щеки едины, плены едины, черное море. Тысячи рук обнимают тебя, танцы едино кружатся. Черное море, черное море, черное море. Черное море, черное море, черное море. Ты наша тайна, ты наша радость, черное море. Ты моя дружба, ты мое счастье, черное море. Слушай наше, черное море, черное море, черное море, черное море, черное море, черное море. Ну что, запомнили наши слова? А теперь ваша задача повторять вместе с нами. Раз, два, три, четыре. Слушай наше, мы тебя любим, мы тебя любим, черное море. Мы тебя любим, мы тебя любим, черное море. Спасибо, девчонки, спасибо. Ну, а я приглашаю всех участников нашего мероприятия быть немножко поактивнее. Сейчас, ребята, я буду загадывать вам загадки. А вы давайте прям вместе с мамами, с бабушками, там, с кем вы на площадку пришли, давайте вместе, дружно попробуем отвечать на наши загадки. Ну, так как первая песенка была про Черное море, нетрудно догадаться, что и тема загадок будет о море. Вы готовы отвечать на вопросы, да? Давайте. Кругом вода, а с питьем беда. Кто знает, где это бывает? На море. На море, ну, дружнее круга. На море! На море! Молодцы. Следующий вопрос такой. Сюда приходят загорать, под солнцем растянуться, с друзьями в мячик поиграть и в воду бултыхнуть.
отдохнуться. Куда приходят? На море. На пляж растянуться, да? Замечательно. По морю идет, идет, а до берега дойдет, тут и пропадет. Ну, дети. Волна. Молодец, волна. Вот так громко, давайте все так будем громко отвечать. Стая птиц красивых белых, очень шумных, слишком смелых, провожают наш баркас. Угощения ждут от нас. Что это за стайка? Чайки. Чайки, правильно, молодцы. Лежит она на дне морском, передвигается ползком. Упала с неба, видно. Не светит нам, обидно. Звезда. Давайте точно скажем, морская звезда. Правильно, молодцы. Ну еще давайте, может быть, малыши у нас сейчас подсоединятся к нашему процессу. На лошадку так похоже, а живет-то в море тоже. Вот так рыбка скок да скок прыгает морской. Вот молодцы, уже мне нравится это дело. Умеет с нами ладить, дает себя погладить. Когда руки касается, он словно улыбается. Совсем не любит быть один. Со стаей плавает. Ух ты, со всех сторон уже отвечает, здорово. Ну и еще одна маленькая загадочка. Каждый, кто бывал на море, с ярким зонтиком знаком. Из водички и из соли состоит он целиком. Ты в воде его не тронь, обжигает, как огонь. Медуза. Медузка, замечательно, молодцы. Ну и снова для вас на сцене ансамбль «Дорога добра» с песней «На синем море». Вы, кстати, можете и танцевать, и подпевать. Я синему морю бегу, пам-пара, без моря я жить не могу, пам-пара, встречая зори у синего моря на желтом морском берегу. Встречая зори у синего моря на желтом морском берегу. Шуршит золотистый песок, пам-пара, струится воды холодок, пам-пара, и дальние дали уносят печали, соленый на вкус ветерок. И дальние дали уносят печали, соленый на вкус ветерок. На синем море с ветрами спорят, лежит волна, ла-ла-ла-ла-ла. И как русалка в родное море я влюблена. На синем море с ветрами спорят, лежит волна, ла-ла-ла-ла-ла. И как русалка в родное море я влюблена. Я знаю о морской глубине, пам-пара, дельфины скучают по мне, пам-пара, плывут осьминоги, не зная дороги, дельфины скучают по мне. Плывут осьминоги, не зная дороги, дельфины скучают по мне. Я чайкой над морем лечу, пам-пара, крылом подставляя лучу, пам-пара, и волны ныряя, с разбега ныряя, русалкой морской быть хочу. И волны ныряя, с разбега ныряя, русалкой морской быть хочу. На синем море с ветрами споря, лежит волна, ла-ла-ла-ла-ла. И как русалка в родное море я влюблена. На синем море с ветрами споря, лежит волна, ла-ла-ла-ла-ла. И как русалка в родное море я влюблена.
Виктория Лагоша. Спасибо, девчонки. Ну что ж, мои золотые, давайте-ка мы с вами сейчас все вместе очень-очень близко познакомимся. Я приглашаю всех на площадку. Можно и взрослых тоже. Подходите. Мы сейчас с вами сделаем круг. Вы тоже можете оставить микрофоны, там, выключите их, пожалуйста. И подходите, мы немножечко поиграем, а то что-то вы прям там скучаете, я смотрю. Делаем большой круг. Девчонки мне мяч принесут сейчас. Давайте, взрослые тоже, не стесняйтесь. Владимир Михайлович тоже с нами поиграет. Я всегда. Так. Спасибо, Полиночка. Я сейчас микрофон отдам, да? Ну, я сейчас только просто громко-громко расскажу вам правила. Вот этот мячик, все видите? Да. Умеете ручками держать мячик? Да. Отлично. Ваша задача, поймав мячик, назвать предмет летнего отдыха. Трудно? Не трудно. Ну, сейчас попробуем. Зонтик. Да, замечательно. Да. Круг. Опа. Прекрасно. Матрас. Море. Ого, вот это предмет. Предметище. Ласки. Опа. Отлично. На рукавнике. Опа, это для тех, кто плавать еще не научился. Нормально. Иди сюда поближе. Очки. Отлично. Маска. Прекрасно. Маска. О, это хороший отдых. Матрас. Какой? Ватный. Надувной. Так, активнее, активнее. Можете музыку погромче, мы услышим. Ладно. Отлично. Лена Цыган. Опа, так тут брата. Отдыхар и для отдыхара. Пойду-ка я пройдусь по грунту, когда они будут молчать. Бадминтон. Так, прекрасно. Полотенце пляжное. Отлично. Какая? Курительная? Капитанская. А, была, ничего страшного. Она, так, еще одна. Давай, круг, давай. Ну, помни? Накалка. Нет, прекрасно. Вот еще немного. Вот мне. Да. Мы на костюм плавательный одежду. Еда. Еда. Самое главное. Нормально. Лежак. Лежак тоже хорошо. Ну-ка давай. Подушка надувная. Прекрасно. Кепка тоже хорошо. Купальник. Прекрасно. Хамак. Лапки. Прекрасно. Плавающий матрас. Правильно. Слушай, надувной матрас. Хорошо. Парусник. Отлично. Вот. Обманули. Мантик. Шашлыки. Шаурма. Прихлела по слова. Кукуруз. Сколько еще не было? Предмет летнего отдыха. Мангал. Понятно? Отлично. Ну что, кто хочет побыть в моей роли? Я, можно я? Давай. Все по новой, Миша. Воздушный шар! Ну ладно, воздушный шар. Вороная кукуруза. Шляпа. О, белая. Ой. Опа. Давай, сейчас не поворачивай. Да, а что ж задуматься можем? Мяч. А что мяч? Попову. Удочка. Шляпки. Шаурма. О. Да, пожалуйста. Я
Ну хорошо, ребята, я главный баскетболист. Выбирали предметы, называли безошибочно. Я приглашаю вас оставаться здесь на нашей сцене, а наши артисты быстренько возьмут микрофоны и продолжат вас развлекать. А вы, пожалуйста, не уходите со сцены. Будете танцевать. Сейчас мы будем с вами танцевать. Вы уже размялись? Мяч уже не нужен. Викторине. Иди там сыграй с пацанами во дворе. Следующая песенка для вас называется «В синем море». Давай. Опа. Технические маленькие неполадки. Звуковые. Сейчас Богданчик. Можно танцевать. Ну что, Русал, пошуми. Микрофончики на место, а все остальные детки, подходите сюда поближе, мы опять немножечко поиграем, пошалим. Знаете такую, а кстати, взрослые тоже могут,
несложно вообще. Прям вообще. После викторины про предметы морского отдыха будет вообще легко. Следующая наша с вами будет игра, называется она «Море волнуется раз». Я вам даю задание, вы исполняете какую-то фигуру, мы потом выбираем лучшую. Согласны? Нам немножечко музыку какую-то добавят. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морской конек на месте, замри. Так, пошла отмораживать метод наших коньков. Аплодисменты, кто еще? Так. Как морской конек? Никак. Иго-го говорит, иго-го. Ну скажи в микрофон. Иго-го. Молодец. Пошла дальше. Чай, похоже, Настенька, очень похоже. О, какой, этот уже двигается, конек, нормально. Сейчас вот этого проверим. Видимо, в шторм попал. Что-то у него с ластой. Куда-то задел уже. Тоже нормально. О, задний ход, понятно, все нормально. Так, Саш, ну-ка давай тебя. Ох, какой у нас конек, молодец. А тут прям попрыгунчик. Ну кто еще? Кто? Кто? Опять конек штормовой что-то хочет показать. Заштормила его. Плавнички во все стороны. Так его укачала. А малыши поиграют? Идем к нам сюда. Морского конька покажешь? Ну-ка, как морской конек двигается в водичке? Покажи. Покажи, как. Ну, подскажите кто-нибудь. Как лошадка. Как лошадка прыгает в водичке? Покажи. О, давайте все дружно покажем. Раз, два, три. Все морского конька показываем. Молодцы. Ну что, следующее задание. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Медузка морская, на месте замри. Ну опять пойду вот я с Сашей начинать, он уже тут. Ой, как похоже, молодцом, отлично. Пойду вот Настеньку трону. О, да ты похожа, фиолетовая такая. Ой-ой-ой. Тоже прекрасная медузка. А это прям беленькая такая, безобидная, да? Веселая медузка и ее подружка. Ага, ну Полин, давай тебя. Отлично. Так, вот в этой стороне у нас еще ребятишки. Не показывали. Угу. Ну смелее. Музыка играет, можно долго показывать. На волнах вот так, да? Качает во все стороны и тебя. Еще и улыбается. Вот такая вот замечательная медузка. Ну, молодцы. Ну, еще один разочек. Море волнуется раз. Море волнуется два. Фигура дельфина на месте. Замри. Опа. Угу. Так. Кто у нас тут первый будет дельфинчик показывать? Вот так он в море плывет. Ну, давай. Молодец. Умница. Саша. Вот такой дельфин с улыбкой на лице. Давай, Сашенька, ты. Ух ты, тут чуть поет у нас, да? Молодцом. Выходи из кустика, дельфин, показывай. Молодец. Ну давай, Полин, тебя. Хвостом поводишь. Ультразвуки пошли. Молодец. Так. Боже, похоже. Ух ты! Молодец! Так, ну пойду кого-нибудь взрослого попрошу. Дети справились быстро. Нет, нет, говорят, нет! Нет, а вот веселый человечек. Вы сидите, он тебе дельфинчик помогает нам.
Ого! Это кроль вообще-то, дельфин по-другому, ну не важно, да? Молодцы! Аплодисменты нашим дельфинчикам! Молодцы! Замечательно! Ну и не расходитесь, не расходитесь. Сейчас я вам предлагаю немножко поиграть, потанцевать. Виктор, можно нам танцевальную музыку? Сейчас я вам расскажу, что нужно будет делать. Хорошо, ну давай мы сначала мои выиграем все игры, а потом твои. Хорошо? Итак, сейчас я вам предлагаю выбрать ведущего. Ну, я уже выбрала ведущего. Этот ведущий будет показывать движение, а вы будете повторять. Когда этот ведущий выберет себе смену-замену, он подойдет к следующему человечку. Ну и так бесконечно будем с вами танцевать. Лучший танцор получит жетон. Согласны? Да. Давайте нам музыку. Настя. Центр. Повторяем за Настей. И вот девочка в полосатой маечке и шорты. Как тебя зовут? Диана. И Дианочки, держи. Не забудь потом под этим же подарком. Молодцы, ребят. Ну, а сейчас, конечно, мы с вами любим, да, отдыхать, веселиться, прыгать, загорать.
Ну, как говорится... Я скажу, но... Саш. Хорошо, давай, чуточку. Когда случится музыка. Ну, как говорится, да, делаю время потехи час. И сейчас, ребята, я хочу немножечко все-таки вспомнить, что вот-вот через несколько дней начнется новый учебный год. Ну, это, конечно, грустно, с одной стороны. А с другой стороны, это очень и очень весело встретиться со своими друзьями, с подружками. И я думаю, что все сможете успевать. Ну, а для этого я вам приготовила вот такой конкурс. Тоже тот, кто будет активный в этом конкурсе, тот получит жетон. Пословицы и поговорки о книге. Кто знает хоть одну? Да. Вот я так и знала, поэтому я вам приготовила заготовки. Вам надо будет только прочитать.